Мода создается из желания выделиться и поддерживается из желания не выделяться. И все же, как надо одеваться сегодня? Спортивный стиль, как правило, подходит всем. В таком костюме легко и удобно. К примеру, на прогулке, но не в театре, не на вечере. Это так же нелепо, как прийти на работу в бальном туалете. На заре советской власти проблема «как одеться» не занимала наших дедушек и бабушек. Можно ли комсомолке носить кольцо? Делать прическу? Комсомольцу носить галстук? «Нет», — отвечала молодежь. Строгий ответ, отмеченный печатью сурового времени. А теперь бабушки с гордостью смотрят на своих хорошо одетых внучек. Эти модели созданы вашими сверстницами, ученицами профессионально-технического училища швейников. Сами девочки их и демонстрируют. Здесь можно выбрать одежду на разные случаи. Только не забывайте о своей индивидуальности и еще об осанке, манере держаться, опрятности. Чувство меры – признак хорошего вкуса. Но как бы красиво ни была одежда, помните – по одежке встречают, по уму провожают.